Мы вот присели в ресторанчике прямо на берегу, на набережной Сан-Тропе. Очень классное меню. И вот опять мы сегодня не наелись мы еще фуа-гра, гораздо потолще. Да, здесь он стоит 46 евро. Видно по размеру, что он больше. Да, и вот крабовый такой авокадо-салат 45 евро. Это мы взяли как стартер. И начинаем мы тоже сегодня обедать. Принесли нам главное блюдо. Вот мой лобстер, паста-лобстер, 56 евро. У Даши пюрешка и лосось паровой, остатки фуагры, 49 евро. То есть, в принципе, вот так необычная такая подача лобстера, первый раз вижу. На Родосе нам совсем по-другому подавали, но попробуем. На вид очень даже аппетитно. Бон аппетит. Бон аппетит.